перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Что там? Германия. С днем рождения. С днем. Спасибо, спасибо, спасибо за поздравления. Не люблю день рождения. Свои. Ну, поздравляю вас. Напоминаю всем, что сегодня мы начинаем ровно всем. Мы начинаем всем. Фест, потишечка. Блин. Я не знал, что наша шутка с клипом Бузовой из песни вызовет такой резонанс, что эта песня, написанная за 10 минут, займет первое место в iTunes. Это супер. Это супер, ребята, это просто супер. Мы делаем крутые вещи просто. Это очень разрывает. Смеяться кайф просто. Кайф улыбаться, кайф шутить. Кстати, это программа, второй выпуск Газлайв, где Ольга Бузова присутствовала у нас, и в конце мы записали супер мега популярный мега хит. Это программа, в которой я практически не перебивал нашу гостью. Я надеюсь, что вы обратили на это внимание. Мы почитали ваши комментарии под выпуском, в котором принимал участие замечательный Юра Дудь. Там было очень много сказано о том, что не стоит перебивать. Вот. На это хочу сказать, что такого маэстро и профессионала разговорного жанра, как Юра Дудя, невозможно не перебивать. Если не пытаться его даже перебивать, тогда это был бы не Газлайф, а Вдудь. Вот. И серьезно, хочется, конечно, сделать шоу максимально интересным, чтобы каждый гость, каждый выпуск был вообще не то, что кардинально отличался друг от друга, а чтобы это был вообще разрыв мозга просто, да, чтобы ни один из зрителей не был готов к тому, что произойдет. Вот такое шоу хочется сделать, потому что мои мерзкие конкуренты, подлые, хитрые, ушлые, профессиональные, популярные, ну, начнем с таких конкурентов и людей, которые пытаются сделать все, чтобы мы шоу не уходили. Это, конечно, Иван Ургант, Big Russian Boss. Ну, про Юрку Дудя я вообще не говорю. Этот человек, мне кажется, делает все, чтобы его программа оставалась на плаву. У него это, надо сказать, получается. Вот. Ну, хочется просто нащупать свой какой-то вот такой стиль, свое настроение. Поэтому мы сейчас придумываем, пытаемся реализовывать новые какие-то истории. Кайф, чтобы Газлайф все-таки был чем-то особенным. Вот. Поэтому, естественно, нам интересно, что вы об этом думаете. Комментарии, пишите свои замечания. Вот. А мы будем, конечно, принимать во внимание. Рекламу сократили, вот, рекламу подсократили, сделали меньше. Мне кажется, стало намного комфортнее, потому что когда выпуск Юры я смотрел, прям очень много было рекламы, она была очень, очень большая, и дискомфортно было смотреть. Мы вот как бы прислушались к вашим высказываниям и решили немного поправить это. Такие его дела. Ребят, никто не видел Киевстонера, нет? Сейчас я
Хочется поговорить с ним про его альбом. Ну, ТФС здесь. Мы сейчас делаем то, что... Мы поговорим про альбом Keystoner с ТФС там просто. На студии? Сейчас мы ожидаем. Салют, про... салют. Ну что, ты думаешь про альбом? Что ты думаешь про альбом Keystoner? Насколько это редкостная дрянь? Или все-таки у этого есть что-то интересное? Прикинь, не успел послушать еще все. Только 4.20. Мы же как делаем, как настоящие хейтеры. Не смотрим, не слушаем, но типа говорим об этом. Главное, чтобы он соответствовал названию. Я надеюсь, будет соответствовать. Гэнг-бэнг? Там бэнгер, все дела, да, хала-хала. Но 4.20 крутой трек, я слушал, круто. Блин, как называется, чтобы когда он ко мне позвонил, я ему сказал, ну 4.20 трек удался. Ну, чтобы весь этот ужас не слушать, чтобы послушать только один трек, типа я послушал. Вот его послушаю обязательно сразу. Скажи свое мнение, как считаешь, правда ли, что вот Keystoner такой замечательный человек и без своего рэпа, что ему рэп нахрен нужен, что он такой крутой... Что он такой весельчак, что он такой хала, что ему не нужен этот рэп совершенно. Я больше люблю его видосы, если честно, да. Вот, он тарабанит, он тарабанит, братан, он нас смотрит. Брат, ты послушал его альбом? Это бомба просто, 4.20, вот такой вот трек просто. Альберт, слышал, да, мы тут качались под твой альбом, лучший. Это топ-вышка. Он пишет, да, сейчас что-то? Я ему наберу, брат. Все, увидимся на концерте. Сейчас я ему наберу, брат. Все, мы уже выкатываем. Обнимаю. Обнимаю, брат. Так. Да что ж такое, а? Как меня видно? Да что ж такое, Алексум Байфаем, а? Очень сильно. О, все работает. Так, сейчас выходим на связь с Keystoner. Ребята, прямое включение с нашим братишкой. С племяшкой, с кузеном. Да я вижу, что ты тут, дядя. Ребят, сейчас выйдет на связь тот человек, у которого сегодня вышел. Ну? Блин. Ты серьезно? Мы уже потом зайдем. Да давай развернем. А куда мы сейчас его? Куда мы там его зайдем? Алло. Алло, видишь меня? Вижу, а ты меня видишь? Ты меня видишь, брат? Я тебя вижу, братан, ты меня слышишь? Ой. Ты меня видишь? Самый плохой. Я тебя... Вопрос, ребят. Да, есть такое. Ты меня видишь? Да, видишь, я тебя видишь. Сейчас, подожди. ТФС пишет, альбом лучший, жаль, не успел послушать, братан. Старик, я тебе так скажу, твой рэп такой же, как и... Очень слабый, брат, очень слабый. Ну, это я тебе подарок на день рождения такой сделал, понял? Чтоб ты заценил. Как слишком много люблю. Вакодер. Чтоб ты заценил, как я тебя люблю, братан, понял? Что непонятно? Алло. Так, подъезжаем, ребят. Ну чё, где Keystoner? Я перезагрузил интернет.
Здорово, Михаил. Бля, брат, альбом просто бомба. Трек 420 это просто улет. Алло. And we live, baby. Ебан мы топ. Сука, говорит мать, ебан мы топ. Вася, да едешь, что ты? Да я не буду тебя трогать, Диваныч, прикрой. А что, тут кондиционер есть у вас? Холодно. Или еще не заправили? Нет, он... Я в бушлате просто, блядь. Никто не делает. Я просто в бушлате, блядь. Может, снять пока? Долго едем. Сколько едем? Всем пока. Сколько доплатить надо, чтобы я прыгнул на это? Если один за руль прыгнет, это мы вообще через 15 минут уже будем. Это, блядь, в Одессе мы уже будем через 15 минут. А что ты такой загоревший? Я же солярий. Он же был в Ялте. Йо-йо-йо, шо вы, ребятишки, как дела? Сочный, манега, салам алейкум. Пацаки, шо, хочу сказать вам всем спасибо за поддержку, за то, что поддержали бэнгер. Надеюсь, я оправдал ваши ожидания, и это не совсем такой горох, как вы привыкли слышать от меня. Хочу поблагодарить больше Тиджея, понял, за весь движ. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал, дядя, такая движуха. Шатаут Игорьку. Передай Игорю мне привет, братан. Игорю, привет. Ты понял, как мы... Икра, здорово. Икра, шо ты, икра. Также, ну... Всех хочу поблагодарить всех моих людей за поддержку. И Манану хочу поблагодарить за то, что ее салат в Мурмуре вдохновил меня на этот весь движ. Шаурмаска. Ведь я однажды сидел в Мурмур, такой хаваю этот тако-салат и думаю, ёбана, жесть, надо альбом написать. Алло, Ти-Джей. Алло, Ти-Джей. Блин, ту песню, которую мы написали, она не вошла. На самом деле мы проделали... Да. Мы проделали как бы не колоссальную работу. Мы сделали этот альбом за 10 дней. 8 треков за 10 дней. За 3 часа в топ iTunes. Отвечаю. Вон Ваня говорит, что за 3 часа топ iTunes, потому что он знает рынок и знает, как пахнут деньги. Но на самом деле без вас, ребята, мы бы этого, ну как бы... не было. Я хочу сказать, вы знаете, мне типа похуй на ваше мнение по поводу видео. Я просто знаю, что они топ. И как бы, блядь, с каждым модом они топ-топ. Просто я взрослею, понял, такая движуха. И юмор меняется. Но по поводу музыки мне очень важна ваша поддержка и все заебись. И я повторюсь, что я ж не собираю врываться в рэп-игру. На данный момент мы ворвались туда, чтобы доказать им, что, блядь, мы можем вас выебать в любом моменте, понял, да-да, в любой движухе. Мы можем это сделать как и в видео, так и в музыке. Ваня ювелиром камшот сделает. Мало, мало. Может, однажды мы похудеем и начнем брать сотку на грудь, понял, да-да. Но это нам надо просто... И откроем. Захотеть. Нам надо захотеть, понял, такая движуха. Поэтому, ну, спасибо всем, кто нас поддержал, еще раз, понял, такая движуха. Кушайте в ресторане Мурмур. Да, и в Киевстонер баре, понял. Курите кальян. Курите кел. Кстати, Сио Блинц, шатал за басяцкие подгоны, вот он здесь, братан, ношу, еще никому не раздарил, понял? Бабки занесу за них, все нормально. Когда мы там в Киев уезжаем? Завтра? В воскресенье, братан, встречаемся. Скажи, нет, я остаюсь. Лебедь, Эдик, что тебе, как тебе Москва, брат? Мы на Одессу едем сейчас. На Одессу едем? Почему нет ВК? Потому что ты в Украине, поэтому нет ВК. ВК все есть. Ребята, есть на любой платформе. На любой платформе, которую бы вы только хотели видеть, есть. По-моему, на Spotify и Google Play еще нет. А может даже и есть, просто посмотрите. Просто вы когда вводите, не пишите Киевстонер, понял? Пишите неизвестность. Потому что Киевстонер в рэпе неизвестность, в рэпе популярность, да. Вася, да. В подвале еще жарче стало. Спасибо, спасибо. Спасибо, ребята. Ты долго ехал, Мана? На самом деле, ну, если бы не Ти-Джей Вадик, то этой бы все движухи дали не было, отвечаю. Сутки? Потому что вон, Дог Нелегал пишет, что есть везде. Знакомьтесь, это вот это человек, который занимается дистрибьюцией моей музыки. Делает дела рекордс, понял? Вот так вот. Готовьте бабки.
Поэтому он говорит, что есть везде. На любой платформе галактики, дядя, как я и сказал. Так на чем я остановился? Хочу поблагодарить Ти-Джея, потому что Ти-Джей, ну, если бы не Ти-Джей, этого альбома бы не было, понял? Лошара твой пахан, Вася, понял, бля? Базаришь мне тут. Слава богу, Тенго здесь нет, он обычно все ебал. Тенго обычно все. Я уже не ругаюсь с ними. Поэтому... Раз я созвонился там с ними. Поэтому вот так вот. Нет. Спасибо тебе большое, Вадик. Когда, да. Он Манана сидит на переднем сиденье. Передай привет. Привет. Всем салам. Привет. Салам. Салам. Всем салам, понял. Мы едем на концерт. Мы едем на концерт к одному. К одному нонейму едем на концерт. На разогрев, да. Попросили у нонейма на разогрев выступить. Не знаю, Вася такой, братан, он же даже альбом не слушал. 4.20 тогда. Не только что с Тифестом об этом трансляции говорили, братан. Что типа альбом супер, но мы не слушали его. Да, да, да. Альбом бомба, но я его не слышал. Да. Обожаю. Не, Вася, надо позаботь себя в СТО, со школы, не хочешь ли что-то на да не, я ему говорил, что я выпущу, понял? Я ему даже на досточке напоминалку написал. Да я помню, пиздец. Ладно, ребята, всех обнял, всем спасибо. Качайте бэнгер. И спасибо вам за любовь. Спасибо за любовь. За любовь. Спасибо за день, спасибо за ночь. За сына и за дочь.